Начальное меню это как бы какой-то участок района города, 3D-шный, на движке. К слову говоря, уже здесь графика, в общем-то, видна, что ничего так понравилось, в общем-то. Не кризис, конечно, но какая-то такая приятная, блин. Вот тут идет создание персонажа. Ничего так приятно выглядит, но настроек немного, в общем-то, предустановленные какие-то есть. Начальная локация, начинаешь откуда-то из тюрьмы, что ли. Тут уже графика похуже выглядит, чем там в главном меню. Несколько. Но, в принципе, так, если посмотреть, ничего так, ничего. А вот кирпичок так неплохая, текстурка. Плюс летает, в общем-то. То есть там 60 FPS выдает. Вот тут дается задание. Игра хорошо русифицирована. И вот такой вот приятный достаточно интерфейс. Напоминает вообще сам смысл заданий примерно как в том же Вове. Ну, может, во всех так играх всяких онлайновых. То есть тут условия, какой-то сюжет. Это все в письменном виде. Опыт, награда. Начинается игра сразу с PvE. Так я понимаю, Player vs Environment. Деревья, конечно, так себе, но и не такие уж плохие. Свет неплохо так херачит. Вообще игра на движке Unreal 3. В общем-то, я его не очень люблю. Вот тут вот очень хреновые текстуры достаточно. А вот зданица ничего так нарисованную приятно. И плюс очень сильно приятно, что игра вообще летает. При этом, в общем, графика очень симпатичная, технологичная. Вот хрен, мы его убиваем. Такая аркадная, конечно, стрельба. Но, кстати говоря, приятно, я вам скажу. То есть как-то приятно, в общем, стрелять. Там идут очки. Ну, аркадка, конечно, но самое главное, фан какой-то есть. Блин, вообще приятная, в общем-то, графика. Не кризис, но вот за счет того, что, блин, и приятно, и летает одновременно, это вообще прям катит. То есть у меня сейчас задание убить 12 этих дебилов. Но они, конечно, себя ведут по ебанутому. Передвигаются, кстати, не очень мне нравится как. Ну да, как это полные олигофрены себя ведут. Вот он стоит, хоп, ему в башку вытерпел. Вот тут можно в окна пострелять, они разбиваются. Но бочка, собака, ну, может, она не должна опрокинуться. Вообще, разработчики, по-моему, украинские. Я немного почитал, обзор какой-то посмотрел. Украинцы. Видимо, поэтому такая хорошая сразу русификация. Это Crimecraft Bleedout. Crimecraft, она вышла уже где-то год назад. А это дополнение, типа, я не знаю, в чем суть дополнения, не читал, честно говоря, мне похер. Потому что я в любом случае в первую не играл. Но вообще, посмотрев один обзор, понял, что там сказали, в общем, что она достаточно унылая по сравнению с такими шедеврами, как всякие Вовы и так далее. Хотели сделать типа GTA, но вот тут машин нету, а без машин, сами понимаете, GTA не GTA. Кроме того, вышла АПБ, которая успешно как бы навернулась, да, всего пару месяцев пробыла и вообще непонятно, что с ней. Так вот, это, в общем, не GTA. В АПБ хотя бы были тачки какие-никакие. Кстати, движок там тоже был. Unreal 3. Здесь вот, как я понял, походу оружие поднимать нельзя, что ли. Оно от врагов падает. По-хорошему было бы вообще на него наступить, как обычно, и взять. Но оно так что-то не берется. Ну, к слову говоря, по первым впечатлениям, очень игра неплохие впечатления оставляет на самом деле. Потому что она как бы, да, такая, ну, именно по первым, качественная. Особенно доставляет удовольствие хорошая как бы русификация, что, сами понимаем, очень важно.
Когда тебя убивают, тупо респавнишься, при этом твои достижения не уходят в никуда. То есть нужно убить 10 чуваков, ты 5 убил, тебя убили, ты воскрешаешься, и у тебя 5 остаются как бы. Ну вот боты как бы по-тупому себя ведут, ну, может это легкий уровень или еще что-нибудь, хрен его знает. Ну в некотором роде это приятно, не хватало еще задротству, чтобы там тебя сразу гасили. Вот тут всякие чуваки стоят, которые, видимо, мастера или еще кто-то. Вот, видимо, оружейник, у него тут пушечки какие-то. В общем, очередное задание, нужно что-то собрать, принести. Для того, чтобы попасть на локацию, подходишь к какому-то персу, и он тебя как бы на нее телепортирует. Вот тут типа карта как бы, как в контре, скажем так. Кстати, очень приятная, в общем, карта, вот как мы видим, буровая установка. Графика, в общем-то, ну, Unreal 3, ну, блин, вот за счет того, что летает, блин, вообще классно смотрится. Жаль, что я в АПБ по-нормальному, да вообще никак не поиграл. Если там было так же классно, но только машины, зачетная очень игруха-то получается была. Это как бы серьезнее выглядит, чем GTA 4. По стрельбе как-то более приятно перемещаться, еще что-то. Ну понятно, машин нету, все такое. Вот есть навыки, в частности, я сейчас стал невидимкой. Прикольно, кстати говоря. Прыгать в игре нельзя. Вот есть такие перекаты. А прыгать нельзя. Вообще игра, конечно, с одной стороны, это будет однообразно, если все такие примерно задания. Потому что от третьего лица вид, это, в общем-то, не есть хорошо. По-нормальному пострелять не получится, как бы. Зато будут, наверное, видимо, какие-то другие пушки. Сейчас пока что она с пистолетиком бегает. А другие это, наверное, там всякие миниганы и так далее, что, в общем-то, может быть достаточно весело. Ну вот уже можно купить пушечку. Пока что только по деньгам одну вот могу купить. Вот у нее есть какие-то харки там, начальный урон, дальность, скорострельность туда-сюда. Прикольно. Вот меню персонажа. То есть тут идет одежда. Оружие. Показатели какие-то персонажа. Скорость восстановления израсходованного запаса сил. Статистика. В общем, взял у него очередное задание. Опять к этому нужно персу-телепортеру бежать, который тебя телепортнет куда-то там, где нужно спасти кого-то там. Вот к нему прибежал. Жмешь. Задание освобождения заложницы. Создать. Опять попадаешь на ту же платформу, но теперь уже другая пушка, существенно более приятная. С одного выстрела вообще прикольно гасить. Правда, нет какой-то такой мощи от нее. Она какая-то более сконцентрированная, ну как бы звук на высоких тонах. Или на высоких частотах. Вообще девочка нормально одной рукой такую пушку держит. Ну, когда перезаряжает. Ну, в общем, вот такая игруха классическая, как бы, видимо, морг. По сравнению с World of Warcraft, именно антураж, конечно, существенно сильно отличается. Графика более технологичная. Существенно более технологичная. Приемлемый такой достаточно уровень. Вот, с пушками.
Но машин нет, эх бы машины, да так, чтобы гараж, там можно было свой дом покупать, гараж, тачки, чтобы они так достаточно дорого стоили, нельзя их было воровать особо. Блин, это была бы мечта, я бы сразу туда ушел. Сейчас скоро выходит Terra Online, которую долго ждут, типа Lineage 2, замена как бы. Она тоже на движке Unreal 3, я когда это узнал, подумал, ну херня будет. А вот сейчас посмотрел на эту игру, ну, в принципе, наверное, ничего, так нормально пойдет. Приятно, в общем-то. Ну, все.